Физкульт-привет, дорогие друзья, говорит и показывает город Ростов-на-Дону. Мы приглашаем вас на плей-офф по рематчу высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. В том числе в футболе. Давайте-ка, друзья, повторим. Григорьев и Свиридов. Вот теперь все как положено. Сразу бьет Свиридов. Серия обманных движений. Удар! Замтарадзе намертво мяч не забрал, но Свиридов не сумел здесь добить. Хороший результат. Нужно сегодня получить. И вот момент. Удар дважды спасает Абдурашидов свои ворота. Комбинацию сейчас они будут разыгрывать. Партнеры открываются под этот пас. Красивый момент. И прощает Руслан Курбанов спартаковцев сейчас. Нарушение было таким самым неочевидным. Все остальные со стороны обеих команд особо вопросов не вызывают. А забивает Анатолий Тупилко. Мы говорили о том, как хорошо стандарты разыгрывают КПРФ. Но сейчас «Спартак» Донецк показывает, что и у них кое-что припрятано. Свиридов, передача и в касание в единоборстве с Фоминым. Анатолий Тупилко забивает гол. Сейчас будет провоцировать на фол своего оппонента. Вот снова эти игра кошки в мышке. И теряет мяч Матицын. Сенцов один в один отдает передачу. Удар, мяч в сетке. Забивает КПРФ. Индивидуальная ошибка. И 29-й номер Владислав Савастьянов. Именно он здесь убежал и не успел уже Адам Габибов ничего сделать. Сенцов отдает передачу. Очень досадно сейчас спартаковцам. Удар от Свиридова. Он заблокирован. Тупилко бьет. Ух, Анатолий на дубль замахнулся. И сейчас сохраняет мяч. Играет на Курбанова. Тот уходит в центр. Пробивает. Отбивает Абдурашидов. Но никого нет рядом почему-то с Владиславом Мерлушкиным. И КПРФ повели. 2-1. Видим мы повтор. Золотухин, чтобы не нарушать правила, дал Курбанову пробить. Этим розыгрышем аут от спартаковцев. Прострел. И здесь в ближнем бою долеть. А вот сейчас Тупилко. Отбор. Здорово дважды ставит ногу. Тупилко один на один. Не забивает. Попытки номер два нет. Падение. Не очень, скажем так, открытый. Вот момент у КПРФ. Абдурашидов отбивает. Но снова добивание. Что ты будешь делать? Владислав Мерлушкин забивает, оформляет дубль. Дмитрий Матицын был рядом с ним и не играл по оппоненту, смотрел на мяч. Сократить дистанцию у него нет. Итак, Свиридов против Замтарадзе. Удар и не забивает Богдан Свиридов. А мы возвращаемся на второй тайм первого матча плей-офф Западной конференции по рематчу высшей лиги России сезона 2021. Спартак Донецк из Ростовской области принимает КПРФ-2 из Москвы и уступает 1-3. Матицын устанавливает мяч, наброс. Филатов бьет в штангу, попадает или же мимо ворот. Ух, как его отправить. Коробейников, Фомин красиво комбинируют. Курбанов. Передача. Коробейников перебрасывал. Получает передачу на вратаря. Теперь играть нельзя. Здорово выходят сейчас спартаковцы из-под прессинга. Тупилко бьет, забивает гол. Дубль Анатолия Тупилко. Огорчает он Георгия Замтарадзе во второй раз в этом матче. И Анатолий в этот раз не допустил ошибку, которая была у него в первом тайме. В этот раз он не стал при выходе один на один сближаться с вратарем соперника. Рашидова попасть не удалось. А здесь спартаковцы едва ли не ошиблись. И в итоге КПРФ мяч отбирает. Момент, удар. И Золотухин подстраховал. Классный шанс был у Кручинина. Фомин сбросил на партнера. Снова Коробейников. И проходит передача. Момент. Пытаются добавить в агрессии на чужой половине. Вот момент. Габибов. Гол. 3-3. А Колесов какой молодец. Пас отдал на пустые партнеру. Вот они, спартаковцы. Включили давление и... Как говорит... Мы смотрим повтор этого эпизода. Там за кадром Матицын разгоняет атаку. Дает на Колесова. Тот выше ворот пробивает. Идет сам. Его придерживают. Но Филатов идет. Бьет. Отбивает Замтарадзе.
четвертый фол, да, для Спартака, или же пятый, вот, если честно, не расслышал, дорогие друзья. Прострел, удар, и забивает КПРФ-2. Снова спартаковцы какие-то секунды, какие-то мгновения не дорабатывают в обороне. Мы смотрим повтор, вот прострел, здесь Абдурашидов и Свиридов не решили, кто будет забирать мяч. А Владислав... Штангу попадает мяч, друзья. Тащит мяч Матицын. Завозился, не обыграл. Теперь 3 в 1 атакуют КПРФ. И есть еще момент у них. Матицын, его там прессингуют как могут. И отбирает Мерлушкин мяч. Играет в центр. Удар, Абдурашидов спасает. Добивание. Мяч в сетке. Да что же такое? Матицын снова немного подпривез, друзья. 3-5. И вот это счет, который, конечно, уже немножко... Мы видим Замтарадзе, который подсказывает партнерам. Все-таки это был угловой. Разыграли его. Матицын. 11 секунд еще играть. 10. И потеря мяча по пустым воротам. КПРФ забивает. 3-6. КПРФ наказывает, повторюсь, за малейшие недочеты, за малейшие промахи. И это... Поперечная передача. Это хет-трик. Последние секунды, друзья. И звучит финальная сирена со счетом 6-3. КПРФ 2 на выезде.